не Джунджли, и с вами Юля. Просила написать, какие видео вы хотите больше видеть на моем канале. И очень много человек написало о том, что они хотят видео про уборку. Поэтому я подумала, а почему бы не попробовать такой формат и, так сказать, не проэкспериментировать. Когда я смотрю такие видео, мне тоже такая нахлынивает мотивация, так сказать, и мне хочется все делать, убираться и так далее. Поэтому я надеюсь, что после просмотра этого видео, если вы долго не убирались, например, или все никак не можете начать встать с кровати и убираться, то это видео заставит вас как-то смотивирует начать убираться. Поэтому давайте начинать убираться со мной. Шкаф состоит из трех больших зеркал и из трех больших отделений. И в самом последнем отделении за мной, как видите, два отсека, там творится черти что, потому что у нас есть по дому несколько обязанностей. Кто-то делает одно, кто-то второе. Лично у меня одна из моих главных обязанностей — это развешивать вещи и снимать эти же, собственно, вещи. Но, как вы знаете, что постельное белье довольно-таки большое, а я довольно-таки маленькая, поэтому мне не очень удобно его постоянно сворачивать. И тогда начинаем. Без музыки никуда. Собрала. Тем самым я, конечно же, все белье буду гладить. Сейчас я вам даже покажу на примере, как я буду гладить как раз таки белье, чтобы застелить его на кровать. Но так, мне кажется, все в принципе теперь понятно. Так, вот что получилось. Конечно же, вы сейчас можете сравнить с тем, что было. Мне кажется, я очень хорошо все начинаем убираться на кухне. Ни одна моя уборка не обходится без колонки. Колонка у меня вот так вот выглядит. Я вам уже много раз ее показывала. Моя любимая, в прошлый раз я была в наушниках, когда убиралась в шкафу. Сейчас я буду слушать колонки, потому что не хочу в наушниках. И сейчас мы будем с вами убираться. Мы сейчас надо все тут прибрать. У нас хранятся пакеты. Очень много, как видите, с магазинов разных. Мы сейчас тем более стараемся их не брать. Поэтому я хочу их рассортировать. Они так уже практически рассортированы. Но вот тут сверху уже накидан. Так, вот так. И вот так. Сегодня, потому что я генеральную уборку навожу, у нас по расписанию. И вот, как видите, у меня расписание генеральная уборка сегодня. И я вам хочу это все показать на видео, поэтому буду убираться. Так, складываю тут два пакета, там сзади более плотные. Вот, как видите, пришел мой помощник, он просто живет уборкой, обожает, не может ни дня жить без уборки, поэтому, как видите, он мне помогает, тут убирается. Так, там пакеты,
тут лежат всякий дуршлаг, мисочки и так далее, тут лежат моющиеся всякие, все для мытья тут лежит, тут мусорные пакеты, и тут, собственно, стоит еще мусорное ведро, только в этих вот двух всегда какой-то бывает беспорядок, а во всех остальных всегда все чисто, поэтому у нас на кухне уборка закончена. Все, тут я все убрала, сверху вот этот шкаф тоже разобрала, и снизу тоже у меня все убрано, поэтому... Ну что ж, кухня убрана, вот так вот она сейчас выглядит, как видите, все у нас тут продумано, все сделано, кстати, у нас кухонный гарнитур хамелеон, как видите, сейчас вы можете некоторые шкафы заметить розовыми, некоторые оранжевыми, они меняют цвет при солнце и при том, как ты на них посмотришь, поэтому это очень интересно и весьма необычно, кстати, ни у кого никогда не видела, и вот мы заказывали это на заказ, и это очень супер классно. И вообще как-то необычно, потому что он то ли оранжевый, то ли розовый. Тостер стоит, мультиварка новая, тостер новый, чайник, который с подсветкой, потом встроенная микроволновая печь, индукционная плита, печка. Далее у нас тут барные стулья, барная стойка, набор чая, набор заваривания чая, как видите, там в виде дракона вон выполнен. Потом у нас тут сверху вот эта вот картина из Египта. Мне надо убрать вот эту вот коляску, которую Настя немного поиграла. Она, бывает, достает свои старые игрушки. Вот как раз у нее была коляска. И сейчас она сказала мне ее убрать. Так как она сама ее складывать не умеет, она довольно таки сложно складывается. Поэтому я всю ответственность беру на себя. Следующая цель — это у меня убраться на диване. Потому что, как видите, Настя тут накидала очень много всего. Есть у меня, конечно, еще прекрасный помощник. Это робот-пылесос. Он выходит у нас на службу. И мне нужно направить его, чтобы он убирался именно... Вот, как видите, сейчас я направляю вот сюда. Творится. Вот смотрите, что творится у нас в шкафу в коридоре. Это постоянно продолжается, потому что очень часто что-то надо быстро найти, и, как видите, не получается найти это правильно, и у нас получается вот этот бардак. Так что сейчас я все тоже буду делать. Вот что тут творится. Также, как видите, там грязь и так далее. Поэтому сейчас все будем убирать. Я уберу все те куртки, которые были осенние, так как у нас сейчас более холодно, и думаю, точно бомберы тоже не понадобятся, какие-то легкие ветровки тоже, пальто вот это тоже уже не понадобится, оставлю только свое одно пальто, поэтому убираю сейчас, рассортирую то, что нам точно уже не понадобится, и все то, что можно убрать на зиму в отдельный шкаф, где у нас уже хранятся вещи, которые мы не носим в определенный сезон. Я приступаю к этому протоколу, потому что уже очень много всего. Вот что не должно тут лежать, но просто стоит. Тут уборка закончена. И поставлю все на свои места, также тапочки тут и так далее. Так что давайте начнем убираться.
оставила только некоторую обувь, в которой я хожу, например, и ту, которую я не знаю, убирать или нет. Все шапки рассортированы, которые мы сейчас сносим. Там лежат новая упаковка, новая коробка обуви Настиной. Там лежат шарфы, также какие-то пояса от, например, пальто и тому подобного. Там сумки некоторые, какие-то часть. И я убрала все осенние вещи, оставила уже только зимние или такие демисезонные, которые уже потеплее, чем предыдущие кожанки, ветровки и тому подобное. Оставила только пальто, куртки и пуховики. Вот так вот выглядит шкаф, который мы тоже разобрали с вами. Шли с вами ко мне в комнату, но так как я в комнате убиралась буквально 2 дня назад, кстати, у меня есть немножко такая отсылка к румтуру. Это видео про мой рабочий стол. Кто не видел, то переходите по подсказочке после просмотра этого видео и обязательно его смотрите. Ну а сейчас я решила немного приукрасить свою комнату. Идея ко мне пришла после того, как мне вчера пришел такой вот набор с Алиэкспресс. Это прищепки разноцветные, бечевка, и еще там были разные карточки, но это вы тоже можете увидеть в другом видео про мои посылки с Алиэкспресс. Теперь мой шкаф, и вот такая вот красивая, как видите, с моими фотографиями, еще цветочками и так далее. Мне кажется, вообще супер классно, мне безумно сильно нравится, и думаю, надолго это останется, и буду менять фотографии постепенно. Есть еще вот такие тоже новые с распаковки, вот такие вот, поэтому очень много стикеров, и я думаю, возможно, что-нибудь даже немного подекорирую. Я хочу сейчас задекорировать вот тут вот сбоку, вот, наверное, вот такую вот лапку хочу приклеить очень сильно. Вот тут стикер и вот тут. Кстати, это, вот видите, рамка рыбья чешуя. Вот так вот можно делать. Вот так вот, очень прикольно. И, кстати, эти стикеры, они виниловые, поэтому это очень удобно, потому что они не оставляют следов. Так что могу клеить их куда захочу, и потом можно с легкостью их убрать. Так, я беру прищепку и вставляю вот сюда фотографию. Вот так у меня получается. Оставшиеся фотографии я убираю на место. Они будут ждать своего часа, потому что я их очень часто меняю, но где-то раз в 2 недели это точно, потому что я люблю как бы разные фотографии, потому что, как видите, у меня их достаточно много, поэтому почему бы их не менять постоянно, чтобы не оставались одни и те же, потому что это не очень-то и прикольно, когда остаются одни и те же фотографии, и ты сможешь постоянно одни и те фотографии. Фламинго горящий, и сейчас я еще поставлю вот эту фото, но это ставлю я, поэтому ставлю свою фоторамку вот так вот. И то, как я сделала этот фон для видео, то я думаю то, что моя уборка закончена. Вы сами видели, где у нас есть такие проблемные места, где у нас бывает бардак. И я, конечно, все устранила. Я еще, помимо того, чтобы робота запустила, еще и просто влажную уборку сделала, то есть протерла, вытерла пол. Но думаю то, что это вам не очень интересно, как я мыла полы. Да, даже сама съемка меня очень мотивировала убираться, чтобы дойти до идеала. Поэтому надеюсь, что вам это видео было полезным. Если это так, то, конечно же, ставь лайк, подписывайся на мой канал и обязательно пиши в комментариях, какие ты хочешь еще видео. Хочешь ты видео про уборку? Я вам показала не прям всю супер генеральную уборку. Я прихожу в коридоре, там серьезно тоже нужно было 100% генеральная уборка. Поэтому я там, конечно же, все и разобрала. Если вы сейчас пошли убираться, то удачной вам уборки. Ну что ж, это было все на этом все. С вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, добра и всем пока-пока. До новых встреч. И обязательно, чтобы у всех было в комнате чисто.